Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 10 февраля 2022 года, и я привлекаю ваше внимание именно сегодня вечером, потому что завтра, 11 февраля, как вы видите, это такая цифра 11.02.2022, на ВДНХ проходят несколько мероприятий, в которых явная оккультная и масонская символика. Одно из мероприятий связано напрямую с маленькими детьми. Я вам покажу всю символику, я вам покажу, что я увидела. Это буквально немного, это мелькнуло, но тем не менее это проходит как оферта. И я предлагаю точно так же с вами почистить наше замечательное ВДНХ, выставку достижений народного хозяйства от этой нечисти, которая оккупировала его просто вот в наглую. То есть это люди созидали, люди творили. Там все было для блага народа. И сейчас вот эта мерзость вот там находится. Там проходила, или не знаю, может быть, проходит выставка трупов. То есть они вот на этом деньги зарабатывают. Это явный сатанизм. Это мерзость, которой приучают детей, которые с детства будут формировать эти образы. Понимаете, что они творят? Чтобы дети формировали вот такие именно образы. Детское сознание идет все напрямую. На выставке этих трупов там было детям многим просто плохо. Я понимаю, когда можно сделать что-то для специалистов, для, там, скажем, патологоанатомов или врачей, или студентов-врачей, но даже для художников, реалистов, которым, да, нужно знать, как строится анатомия, как ведут себя мышцы. Но вот так вот на ВДНХ вот эту гадость — это явный нам вызов. Но хочу сказать, что посмотрите, как все работает. Ваши формулы, намерения, свет, который вы посылаете, отмены оферт сатанинских — это все работает. Вы видите, как быстро идут события, как все буквально валится, сыпется. Они еще пытаются задержаться, они пытаются гавкать, они пытаются сказать: нет-нет-нет, мы все тут у нас, это в силе. Но идут уже отмены, уже во всем мире идут эти отмены. Вы видите, как быстро происходят события. Вспомните, еще перед Новым годом был совсем другой настрой. Приглушили весь земной шар. То есть весь земной шар, все страны сидели просто как вот-вот, ждали уже все, ковидные лагеря. И вы видите, что нет. Народ, свет побеждает. Любовь людей, любовь к своей планете, она побеждает. Не надо мне говорить, что Земля плоская. Я на шарообразной Земле живу. И потом обещала, сделаю как-нибудь ролик, объясню, почему и кому выгодно продвигать плоскую Землю. Поэтому это не в этой теме. Иногда люди пишут, потом с вами разберемся по этому вопросу. Сейчас у нас конкретно завтрашний день и ВДНХ. Сегодня я вас знакомлю с тем, что, какие события будут происходить завтра на ВДНХ. Начинаю я с картинки, которую мне прислал подписчик. Это монета 30-х годов, немецкая, СС мы видим, да? Почему я хочу сказать? Обратите внимание вот на эти шестигранные звездочки. Глаз. Глазик у нас есть, Сатурн, по всей видимости, масонские дела, циркулем он тут землю меряет, и иудейские звездочки, вот сионистские иудейские. И сейчас мы посмотрим, что нам показали на ВДНХ, какую оферту они предлагают. Например, на официальном сайте ВДНХ завтра будет проходить «Снежные сказки. Новогодняя премьера в Театре сказок». Она была 24 декабря, и здесь, на официальном сайте, нет ничего такого, за что бы мог зацепиться глаз. То есть ничего такого особенного нет. Здесь все совершенно прилично. Ну, написано вот так вот прилично. Нет никаких особых знаков. Вы сами видите, да? Все, ну, сайт и сайт. Это официальный сайт. А что же у нас происходит в группе ВКонтакте? По поводу этих снежных сказок, я почему обратила внимание, сейчас вы все поймете. Я просто посмотрела, и вот в общем, на общем фоне вроде как бы тоже ничего такого нет. Вот, ну, если просто мелькаешь ленту, ты ничего и не подумаешь. Кроме вот этих всяких розовых грибочков, мухоморчиков. Потому что как в куклах Лол, там грибочки розовые, поганки, здесь у них сплошные мухоморы. То есть у меня есть две серии на канале «Сознание 21 век». Вот эти грибочки там у них, ну и соответствующий номер телефона тоже, две восьмерки тут получается, 999-3339, ну круто. Все, что называется, выдержана стилистика полностью. Я говорила, да, вот про эти вот детские шоу и про весь педофильские знаки на этом детском шоу. У них там поганки, у них там нормальных грибов нет. Эти розовые грибочки, они тоже, в общем-то, ну, остается только догадываться, что они могут
изображать. Я уж боюсь назвать слово адренохром. Нормальных грибов, боровичков, подосиновиков, зайчиков, лисят, белочек, ничего этого нету. Но вот есть вот такая картиночка, которую мы сейчас разглядим. Вот что это на сказках. Это часы, смотрите, это глаз, и внутри та самая звездочка. Вот эта звездочка. Вот в этом глазу, там вместо зрачка, там вот эта звездочка. Мы сейчас все разглядим поближе. Вот она, эта картинка. Циклы планеты. Возможно, это тоже что-то имеет какое-то значение. Я сейчас пока я смотрю на явные знаки. Что еще? Некие механические детали, которые тоже как будто бы завод определяют. То есть здесь 3, здесь 4 и 5. Часы стоят на 12, ну как бы Новый год. И вот у нас тут это спряталось вместо зрачка та самая звездочка шестиконечная и глазик с часами. И вот детки увлеченно смотрят. И вот там им впаривают на их неокрепшие души. Ну, естественно, то, что обращали внимание, да, ВДНХ сейчас это дом 11-9 и строение 9. Строение 9 – это театр. Это сейчас проходят детские спектакли, а вот эти спектакли мы посмотрим с этими знаками. А когда-то в советские времена это был дом юного техника. То есть дети там созидали, они своими руками строили шедевры. Кораблики, домики, шили, вышивали, созидали, короче говоря. А сейчас им впаривают в мозги всякую мутатень. И спектакль этот интерактивный, как они сами описывают его. Интерактивный, и дети туда будут привлекаться и производить некие действия. И какие там действия, мы сейчас увидим, потому что кое-что они все-таки показали. Вот так вроде бы ничего особенного, да? Ну, дракоши там будут обязательно, северный олень. А, вот смотрите, с грибами они тут общаются, типа медитации. Вот что это она делает, она тут с закрытыми глазами заставляет детей прикасаться к этим грибам, к мухомору. Вот зачем? Вот что за... Извините меня за... Прошу прощения. Короче говоря, детей вовлекают в игру. Само по себе в этом нет ничего плохого. Но дети-то не знают, во что их вовлекают. Насколько я понимаю, родители тоже не всегда знают. А проверяйте, глаз да глаз нужен. Ну и вот мне пришлось в ленте поискать. Она улетела далеко. Вот эта лента этой группы ВДНХ. Здесь, кстати, проходят ну как бы и нормальные события. 11-го здесь будет. Сейчас мы все посмотрим. И, кстати, спасибо вам, что вы пишете у них вот под такими. То есть отслеживайте их группы везде. У них еще в Инстаграме есть. Отслеживайте и пишите свое несогласие, свой запрет на это все. Вот здесь тоже запрещают люди. Молодцы. Благодарю. Слово твердо, да. Что означает СТ? Слово твердо это означает. Россия начинается с меня. Молодцы. И вот, пожалуйста, сейчас мне пришлось ее найти в ленте, вот эту рекламу. Она только здесь находится, понимаете? Конечно, у меня глаз зацепился за эту картинку. Вот это шоу «Снежные сказки». Что интересно, вот давайте почитаем. Детский интерактивный театр сказок – это уникальное мультимедийное пространство, где каждый зритель может взаимодействовать с персонажем и влиять на сюжет сказки. Поняли, да? В карточках рассказали о ближайших представлениях. Сохраняйте и приходите. Друзья, напоминаем, что посещение театров и музеев допускается при условии соблюдения требований по использованию QR-кодов и наличии у посетителей средств индивидуальной защиты. То есть все будете в масках. И уже закодированные. Это определенный уже людей отсев идет такой. Фильтр определенных людей. Туда придут родители, у которых мозги промыты конкретно. Да? Они, у них будут QR-коды, они будут в масках сидеть, показывать детям сказку. Я хочу сказать, что еще здесь, какой момент. Дело в том, что этот спектакль, который они вот его называют «Шоу снежной сказки», он проходил в декабре, и там все было нормально. Там ничего вот этого не было. И давайте посмотрим эти картинки. Это сказочная кругосветка. Ну, когда я стала вот это вот увидела, как хотите, но мне это напоминает женское. Вот так они и сидят, раздвинув ноги. Здесь все есть, все органы на месте, если вы посмотрите. Так мелько, похоже. Вот эта картинка расположена именно на 11 февраля. Больше нигде ее нет, этой картинки. Это, соответственно, женская ипостась, а это мужская ипостась. В рабочем состоянии. Это фотошоп.
Это африканская маска. Ну, это типа кругосветка. Этой картинки нет больше нигде. На официальном сайте ее нет, она только в этой группе и только в единственном экземпляре. А шоу «Снежные сказки» — это 4 февраля и 12-го. Послезавтра они будут проходить. Это вот с этими звездочками. Вот он, глазик, и те самые звездочки. Вот они, о чем я вам говорила. Поэтому как это делается? Делается нормальный спектакль, в котором, ну, как бы нет ничего такого особенного. Людей в это вовлекают, они делятся впечатлениями. Они говорят, что хороший спектакль, да, хороший. Там нет там ничего такого. Не-не-не, там все нормально, там все хорошо. Вот, дети до 14, да. Вот, там все нормально, все хорошо. И однажды впариваются вот такие картины на 11 число. Вы считаете это случайность? Я вижу, что это не случайность, это оферта. То есть там будет какое-то растление. Возможно, что после этого фильма уже не будет, они переиграют. Поэтому надо быть очень бдительными и смотреть, отслеживать, потому что они их впаривают буквально везде. Потом об этом отдельно поговорим, как противостоять вот этой лавине, потому что этого действительно очень много. Это буквально везде. Они впихивают вот эти оферты буквально везде, на каждом шагу. И в рекламе, и на дорогах в рекламе, и в магазинах, и в буклетиках всевозможных. А уж то, что касается детских спектаклей, будьте вообще внимательны, потому что там это просто кишит. Игрушки детские – это вообще отдельная песня. Вот сейчас на 23 февраля, на 8 марта – поэтому проходит такая замануха, и потом однажды, один раз, картинка и оферта. И рыбка проглатывает крючок с наживкой. Давайте посмотрим, что у них еще в этой группе, какие мероприятия. Флешмоб прошел, вы написали, да, кое-какие комментарии они оставили, остальное почистили. Но, так сказать, они поняли, что их расчехлили. Школьная классика для взрослых. Перечитываем поэму Гоголя «Мертвые души». Ну, тоже не факт, что там что-то нормальное. Не факт. Не поверю. Молодцы люди с юмором. И, значит, вот у нас еще что? 11 февраля с 13 по 14 детское посольство приглашает маленьких гостей в ДНХ провести на детском катке волшебное утро вместе со сказочными героями. Так. Зайка, хозяйка, мышка, наружка и снеговик Олаф поиграют с детьми прямо на катке, а фея северного сияния будет подарок для каждого малыша делать аквагрим. Все гости ждут сладкие сюрпризы, ручной работы и выступления настоящей юной фигуристки. Вроде как бы ничего особенного, но мы уже должны быть на страже. 11 февраля. Детское, опять-таки, бесплатное катание. Далее. 11 февраля. Приглашаем отметить Международный день женщин и девочек в науке. Это вот этот, по ушам сразу режет, Международный день женщин и девочек в науке. Вам не кажется, что это какая-то вот тоже из этой же серии? Почему нельзя сказать просто Международный день женщин в науке? Девочек сюда входят, а девушки не подходят, а бабушки не подходят, а бабушки в науке ничего не делают. Пожилые женщины ничего не делают. Значит, женщин и девочек в науке. 11 февраля. О синих чулках, старых дев. Я думаю, что там тоже много закладочек, которые просто, ну, я одна не могу это все проверять. Я просто не верю вот в эти благие моменты на 11 февраля. Потому что когда выступает, вот смотрите, 11 февраля в 19 приглашаем павильон рабочей колхозницы на бесплатную, опять-таки у нас бесплатная, да, бесплатит, лекцию «Женщина в науке», о синих чулках, старых девах, других мифов академического мира. Поговорим о том, может ли наука быть женской профессией, легко ли построить научную карьеру женщине в России, расскажет ведущий научный сотрудник Института прикладных политехнических исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Но как только появляется Высшая школа экономики, это оккупационный центр по разложению нашего общества, промывке мозгов. Поэтому именно 11 февраля. То есть у них там свои планы. Это те же швабовские, соровские, все эти дела. Кстати, они никто не говорят о том, что здесь было на ВДНХ, что здесь были достижения народного хозяйства. Они будут говорить о чем угодно. Они не будут говорить о достижениях советской науки и советских женщинах в народном хозяйстве, потому что у них национальный исследовательский университет. Какой нации
исследовательский университет. У нас народ, а у них нация. Еще немножечко меня напрягло вот это. Приглашаем на выставку «12 месяцев» в Дом музеев на ВДНХ. Там, конечно, могут быть игрушки и так далее. Но поскольку кругом у них эти масонские числа, эти часики, это связано со временем, 12 месяцев. Здесь тоже может быть какая-то закорюка. Идет она тоже эти дни до 13 февраля. Ну и что еще вам хотела сказать? На завтра, уже 11 февраля, каток ВДНХ превратится в волшебный мир комиксов и супергероев. 7 косплееров: Король Ночи, Дайенерис, Мэй, Саб-Зиро, Джаггернаут, Бэтмен и Человек-паук приедут кататься на катке и фотографироваться с его посетителями. Вот так вот. Вот и кто, значит, здесь будет кататься. Опять-таки здесь, вокруг фонтана Дружбы народа, опять на этом ключе. Вот эта вся нечисть будет кататься и фотографироваться. Я понимаю артистов, которые за копейки работают вот в этих во всех вещах. Но вы должны понимать, вот они глазики, посмотрите, вот они глазики. Не получится у меня. А здесь вот, да, в этом павильоне пройдет тоже завтра, будут вот девочек и женщин обрабатывать из Высшей школы экономики, которая вот звучит как вша, вши, вше. Вши, короче говоря, паразиты, кровососы. Вот они, эти глазики. Поэтому знайте, актеры, хочется вам заработать, нет у вас другой возможности. Знаете, в чем вы участвуете? Вы участвуете в сатанинских ритуалах, в масонских ритуалах. Вы разлагаете наших детей и своих детей в том числе. На ВДНХ завтра будет вот эта вся нечисть. Значит, я вам показала как минимум 3 события, которые завтра будут происходить на ВДНХ. Это тоже не может быть простым совпадением, особенно вот с этой рекламкой. Поэтому надо завтра тоже нам всем вместе сосредоточиться, сконцентрироваться. Отменяем все сатанинские планы, все сатанинские ритуалы. Заливаем светом наше любимое ВДНХ. Представьте себе Ниагарский водопад. Представьте себе мощь воды, на которой ничего не устоит, она все сметет на своем пути. Только представьте, что это не вода, а это свет. Это божественный свет первотворца, это любовь, которая изливается на всю эту нечисть и изгоняет ее с нашего ВДНХ. Пускай она будет стоять чистой, умытой. Все наши замечательные советские статуи, где статуи только для жизни, для плодородия, для цветения, для радости, для семьи, для любви. Вот это мы все образы оставляем. Очищаем наше ВДНХ и удерживаем эту картинку. Устанавливаем порядок Божий на земле. Продолжаем твердить нашу формулу К1 вид 19 азм есм СТ. Слово твердо, да, понимаем, все это столбим, продолжаем, вы видите, идут результаты. Пускай дети, которые придут на эти спектакли, пускай у них будет только добро, пускай все сатанинское зло превратится в добро для тех людей, которые не понимают, не осознают, куда их вовлекают, что они там делают и как их используют. Давайте этих людей, которые не ведают, что творят, просто не понимают, по незнанию, под гипнозом, давайте их тоже зальем вот этим светом любви. Мы восстановим свою цивилизацию, мы восстановим свой ВДНХ, свою выставку. И она создана для нашей страны. Это наше сердце, по всей видимости, поэтому они туда так лезут и активно проводят там свои ритуалы. Сталин все, безусловно, знал, когда строил это ВДНХ. Все там было рассчитано, и все это работает. Они просто хотят заглушить, но у них ничего не получается. Итак, благодарю вас за внимание. Завтра, пожалуйста, ваше внимание с Ниагарским водопадом любви, света на ВДНХ, потому что там много чего. Это я заметила, только 3 явных таких 3 ритуала, которые завтра будут проходить. Пишите им тоже на сайты, отменяйте это все, пишите, что вы не хотите вот этого своим детям. И сами следите, чтобы никаких Бэтменов, Человеков-пауков. У нас есть замечательные наши народные герои, прекрасные, добрые герои, которые учат людей, учат детей добру. Добру. Учат отличать добро от зла. Делитесь этим видео. Благодарю за внимание. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Меня. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.